Саламатсыздар, урматтуу төгүрөк столунун катышуучулары, добрый день, уважаемые участники круглого стола. Во-первых, я хочу сказать спасибо вот такой региональному ПИКИР, региональный экспертный клуб, приехал к нам в Ошскую область. Я в основном буду говорить на кыргызском языке, но кое-где буду говорить на русском. Русскоговорящим, я надеюсь, я выживу, да? Чтобы понятно было, да? Бринчиден, альбетте без евразийской кирилы, ошондо эле таможенный союзга кирилдө Кыргызстан өтө жаман шартка келебизби же жаман шартта калабызбы деген экили маселеден өтө жаман абалга кабылгандан көрө мындай жаман абалга кабылып турсак, бирок кийин сөзсүз өзүнүн мүнөзүн берет деген ой менен 5-чи чакырылышка дагы депутат тараптан көп ойлонгонбуз да ушул маселе боюнча. Ушун айланасында көп талкуу болуп, бирок билүүгө туура келди. Себеби Россия биздин стратегический партнер. Эми бул маселени чечиш үчүн бүгүнкү төгөрөк столдогу маселени чечиш үчүн биринчиден сүрөө болуш керек. Айрыкча айыл чарба маселесине караганыбызда аны жергиликтүү бийлик бир деңгээлге алып чыгарыш керек. Ал эми бизде перерабатывающие предприятия деп коебуз, кайрадан иштетип чыгуу мекемелерди куруш үчүн сүрөө болсо, ал маселени чечсе болот. Мисалы үчүн Ошто ушул перерабатывающие предприятияларды салсак болот. Бизде канчалаган зданиялар бекерилип турат, жөн эле бош. Бирок аны эки маселени чечкенден кийин логистика. Туура айтат бизден Ирштат. Логистика маселесин чечмейсе, бир маселени да чече албайбыз. Андан кийин сбыт да. Бул сбыт негизги маселе. Бирок бизде уникальный шанс болуп атпайбы? Эгер биз төрт өлкө бириксек, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Россия, бул деген аябай чоң бизде рынок. Чип Россия 1 миллиард доллар берип атат фондго. Россия Кыргызстан фондуна. Ме кандай маселелер болсо Кыргыз Республикасынын өкмөтү чечкин дагы иштегин деп. Эми мен финансы 5-чи маселесине келгенде бизде карап көрсөң бардык маселе чечилген. Чтобы решить вопрос, который круглый стол поставил, надо было 5 вопросов решить. Это сырье, это перерабатывающее предприятие надо строить. Бесспорно, как Игорь Шестаков сказал, вопрос логистику надо решать. И, конечно, сбыт. И финансовый вопрос. Если вот так смотрим, все вопросы вроде решены. Финансовый вопрос Российский Кыргызский фонд выделил 1 миллиард долларов, пожалуйста, неосвоенные лежат эти деньги. В расчетном счету половина, к сожалению, Россия временно к себе депозит поставил. А раз финансовый вопрос решил, сырье, давайте открыто скажем, жители Ошской области без всяких поддержки сами выращивали. Например, я из села Вады Айвекмету, Красовского района. Пожалуйста, они не могут реализовывать свой помидор, свои баклажаны, свои вот этот болгарский перец. Одним словом, если мы хотим какие-то консервацию, любую, начиная от томат, конечно, мне только разного характера, пожалуйста, сырье есть. Только не хватает перерабатывающих предприятий. Пожалуйста, Россия говорит, у нас есть оборудование, мы вам предоставим. Значит, местная власть плохо. Не настолько фонд российский, кыргызский. Да, у фонда были недоделки. Но если местная власть заинтересована была бы, да, Болотюк Дожев,
Между прочим, у моего мужа тоже болот имя, фамилия Зунтош. Так что, что я хочу сказать. Вы должны очень хорошо работать, тем более региональное развитие аппарата полномочного представителя правительства. Если вы сумеете вот это 5 вопросов решить на месте, я уверена, все вопросы решите. Пожалуйста, если народ, даже картошка 500, а почему чипсы? Чипсы можно сделать картофельные, какой хочешь. Пожалуйста, у нас очень много кукурузы. Почему мы покупаем, когда мы можем сами консервацию сделать? Я одним словом, чтобы много времени отнимать, потом еще, может быть, будет еще одно мнение. Я хочу, чтобы вы вот в конце, чтобы еще слово взяли, да? Вы должны раз такая серьезная организация к нам приехала и хотят нам помочь, вы должны использовать вот этот круглый стол. Круглый стол обязательно даст свои плоды. Поэтому я хочу очень просить, давайте планированно работать. Если вы какой-нибудь перерабатывающий небольшой предприятие хотите открывать, с первого направления возьмите, потом сырье выращивайте. Вот, пожалуйста, вот круг уж. Вокруг Красноярский район жителей. У всех земля хорошая, народ очень трудолюбивый. Любую продукцию они вам в виде сырье выращивать будет. Насчет вопроса логистика. В последнее время я замечаю, правительство на это обращает внимание. Это уже хорошо. Но мой коллега Мирлан Бакиров тоже хорошо сказал, что если парламент поможет, поддержит, у нас получится. Ну, насчет сбыт, Господи, Россия – это щедрая душа. Россия – это бездомная, это самая страна. Отправляй, Господи, тем более у нас экологически чистая продукция. С удовольствием россияне будут покупать. А вот я сказал насчет финансовый вопрос, что у нас есть финансы. Надо это финансы правильно использовать, надо. Я пока на этом останавливаюсь, послушаем наших коллег сегодняшних, то, что скажет, я потом, наверное, еще что-то добавлю. Спасибо.